Телеканал КРТ представляє. Воно небезпечніше, ніж СБУ, для мозгу корисніше, ніж ПТУ. Великий вплив має, як МБУ, про блогерів шоу «Дивись ТБУ». Вітаю вас, дорогі друзі, з вами програма ТБУ, топ-блогер України, і я, її ведучий Тарік Незалежко. Сьогодні до мене в гості прийшла Олена Ляшенка. Я дуже радий, що тепер я можу казати не тільки адвокат-міжнародник, а ще й блогер. Спасибо. Отчасти тепер і блогер, да. От хотілося б більш подробиць стосовно нового амплуа. Як тобі подобається взагалі запитувати людей, в хорошому сенсі цього слова? Допрашувати. Так, на «Эхо», тобто программа называется «Эхо» с Еленой Ляшенко. «Эхо Киева», да, ресурс «Эхо Киева», программа «Эхо» с Еленой Ляшенко. Ты знаешь, такой интересный достаточно опыт, пока новый для меня, конечно, я только осваиваюсь в роли ведущей блогера, но интересно, да. Оказалось, не так легко задавать вопросы. Да. Что вы так и кажете? Да, отвечать, оказывается, иногда бывает легче, потому что... Отвечая, ты всегда сам модерируешь, да, ситуацию, что ты хотел ответить, что нет, а вот ведущему надо же вытянуть поинтереснее. А бывает таки, да, що дійсно хочеться, ну, таке питання провокативно задати, але ж незручно, ну, людина зараз щось не про те подумає, встане і зірветься все. Встанет, уйде, да, скажет, все, больше к вам не приду. Есть, да, есть. Сложности, конечно, есть, потому что многие не хотят слышать какие-то неудобные вопросы, сразу предупреждают, что это не надо освещать, не спрашивайте, или там это все вырежьте. Ну, то есть, да, есть моменты, поэтому я с этим столкнулась впервые. Интересно, все-таки до этого у меня были прямые эфиры, где не вырежешь, не уйдешь от ответа, надо отвечать. А здесь вот есть такие подводные камни, скажем так. От є, може, якась людина, я розумію, що, може, інші образяться, але... Інтерв'ю з якою людиною було самим цікавим особисто для тебе? Ілля Ківа, може, був таким галантним, чудовим, цікавим співрозмовником. Ківа був цікавим з тої точки зрення, як він діаметрально змінив свою позицію, дуже кардинально, ми ж пам'ятаємо його біографію. Его взгляды в 2015-2016 году, да, но на передаче он просто рассказывал, что все, он переосмыслил, он был под действием пропаганды, то есть я не успела даже спросить, а он уже сразу наперед. Я был под действием пропаганды, я все переосмыслил, я протрезвел. Вот теперь я думаю о том, что... Это заготовочка, как ты уважаешь, это заготовочка дома была у него? Да, потому что он сразу сказал, все, это мои любимые праздники, 8 марта, 23 февраля, 9 мая, все. Я говорю, понятно. Вот интересный был такой, да, с ним, скажем так, формат общения. Что касается остальных гостей, в принципе, все было абсолютно предсказуемо. Понятно, там, с Богомолис была ее позиция, особо не изменилась, кроме того, что она сказала, что, в принципе, наверное, жалеет, что принимала участие в тех событиях майданных. И ты это оцениваешь как позитив? Потому как результата нет, да, то есть люди погибли зря, она это отчасти так мягко, но признала, скажем так, да. Ну, остальные гости были, в принципе, единомышленники, потому что изначально говорили о том, что такое Майдан, и все события оценивали адекватно. То есть это Елена Лукаш, вот последняя передача, она вышла сегодня, это с Ринатом Кузьминым. А я ее довысил, до речи, уже. Уже, да? Да. Ну, вот там мы тоже поговорили о прокуратуре, реформе, Майдане, нерозслідуваних ділах резонансних, обо всіх событиях, поэтому, да, смотрите. Да, обов'язково переглядайте і слідкуйте за блогерською діяльністю Олени. Адвоката-блогера, да? Адвоката-блогера. Да, більше таких людей в нашій країні немає. Да, все. Перейдемо тепер до таких більш серйозних, ну, ми ж теж про серйозне зараз говорили, а зараз надзвичайно серйозна тема, це пов'язана з продовженням надзвичайної ситуації в Києві, пов'язане з коронавірусом. По-перше, хотілося б запитати, ти очікувала, що вони продолжить на такой термин, на целый месяц. Да, ситуацию. Это было ожидаемо и прогнозируемо. Более того, есть прогноз, что продлят еще дальше. Потому что по оценке многих врачей... То есть расслабляться нам не варто? Ну, наверное, нет. Потому что по прогнозам многих врачей и эпидемиологов пик всей этой истории с коронавирусом у нас придется на середину апреля. Вот, поэтому говорят, что вроде как у нас еще, да, не особо-то начало, и судя по тому, что много людей приехало, и буквально вчера залетело много рейсов, да, с Европы, с разных стран, и никто не проверяет, никто никакого карантина не придерживается. Да? Тобто немає такой уваги, яка была, например, в Санжарах, да, да, у нас? Да, но это вообще был какой-то лютый трэш, потому что несчастных там 20 человек, да, их возили, потом привезли, побили, там камнями забросали, ну просто жесть. А тут уже тысячи заезжают, тысячи, и никто не контролирует, никто их не помещает в карантин, никто не интересуется, с кем они коммуницировали. То есть все абсолютно происходит хаос и бесконтрольная вот такая ситуация. Ну, в принципе, да, чрезвычайная ситуация, это логично, потому что по-другому это и не назовешь. Ну, а взагалі, те, що от зараз робить наше керівництво, це з точки зору процесуального кодексу. Вони всього дотримуються? Просто я чому запитую, тому що іноді буває так, що вони, ну, тому що вони, може, там щось не знають, і вони... думають, що отак воно робиться, а насправді там трошечки Конституцію ми посуваємо. Зараз все нормально. Ну, у нас такое очень интересное надзвичайное положение, да, чрезвычайная ситуация, не положение, ситуация. Потому что в себе совмещает и признаки в то же время чрезвычайного положения, да, которого нет, отчасти оно введено. Определенные ограничения, это как раз они характерны для чрезвычайного положения, но не для чрезвычайной ситуации. Но самого положения нет. Хотя в то же время нет такого жесткого ограничения прав и свобод пока что, да, которые бы были введены в случае... Трошечки е, но не до конца. То есть такая, да, да, гибридная какая-то история опять. У нас все какие-то... Такие вальс. Шаг назад, шаг вперед, да, туда-сюда. Да, у нас такие полумеры, да. То есть такая вот гибридная история. Чуть-чуть вели, чуть-чуть не вели. Поэтому, с одной стороны, да, чрезвычайная ситуация, конечно же, оправдана, потому что мы видим ситуацию в Европе, мы понимаем, что если мы ничего не будем делать, ну, наверное, мы захлебнемся вообще. У нас не тот уровень медицины и близко не те условия. Мы видели, как справился Китай, какими действительно жесткими мерами. Поэтому оправдано. Но, с другой стороны... тут надо определиться, или это действительно чрезвычайное положение, потому что въезд-выезд, например, да, ограничивается, да, только в случае чрезвычайного положения. То есть все такие жесткие меры только в случае чрезвычайного положения. Ситуация чрезвычайная, да, это тоже накладывает определенные ограничения, но не такие жесткие, поэтому тут немножечко ну, тут треба подумати, бо деякі люди кажуть наступне, що, розумієте, в принципі, зараз, як нам здається, не так багато людей, ну, це горе, ми розуміємо, але не так багато людей померло від цієї хвороби. І деякі люди аргументують наступним чином. Тобто вони кажуть, що, наприклад, в 2019 році 588 тисяч українців померло. Це дуже сумна новина. І якщо порахувати, то в день це приблизно 1610 людей помирає кожен день українців. І ми, в принципі, свою увагу не приділяємо, там, наприклад, що скільки людей від того, що вони потрапляють в ДТП, да? Дуже багато людей. Ну, у нас статистика смертності взагалі ужасна, це да, звісно. Може, це штучно якось нам нав'язують? Я не знаю, ну, я трохи зараз не розумію, кому довіряти. Від того, коли я включаю рацію, мені здається, що треба трошечки, скажімо так, не так сильно боятися цього. Але коли я дивлюся по телебаченню, не тільки наш канал, а й інші, то істерія нагнітається. Истерия, да, с одной стороны, нагнетается действительно, но с другой стороны, вирус таки есть. То есть, если говорить о том, что ну, это какой-то обычный грипп, не такой, как раньше, то все-таки, опять же, склоняются все врачи, вирусологи, что вирус другой. То есть он мутированный, он сложнее, он приносит осложнения, он очень резко опускается в пневмонию, да, превращается в тяжелую пневмонию, из которой не все выходят. Понятно, что это так происходит не у всех. Процент небольшой смертности, ну, у нас же процент и зараженных, в принципе, не сильно большой по сравнению там с другими странами. Но тут, как говорится, ходил такой мем, да, в интернете, что какая у нас ситуация? У нас 3 зараженных. А сколько у нас тестов было сделано? 3 теста. Отлично, ситуация контролируемая. Ну, то есть так у нас нет тестов. Поэтому у нас трудно сказать вообще, с какой процент людей заражен, мы не можем это определить, в принципе. Поэтому, наверное, вот эта неопределенность ситуации, да, когда мы не знаем, сколько на самом деле заражено, сколько там носителей может быть потенциально. И оно вот вызывает такое нагнетание, что паника легкая. Да? Ну и плюс мы понимаем, что, конечно же, не справятся. В случае там, таком, как в Италии, Испании, не дай бог, то наша медицина и близко не стоит, и, конечно же, не справится. Ну, тому що Супрун не встигла, да, реформу довести до кінця, щоб вже стала така відповідальна. Да, не убила окончательно все больницы, да, потому что, ну, инфекционки, в принципе, все ликвидируются, да, и у нас же уже практически не осталось инфекционных больниц, инфекционистов. Ну, так, да, очень все печально в этой области. Ну, хотілося б, ну, знов повернутися до теми. Ну, я буду виступати як людина, яка не вірить в те, що це настільки серйозна загроза для нас. Ну, будемо вважати, що це хтось нами керує і щось видумовує. Просто хотілося б звернутися до досвіду скандинавських країн. Тобто Швеція, наприклад, вони сказали наступне, що, ну, їх запитують, чому ви заходи карантину не вводите на своїх територіях, а вони кажуть, що ми порахували, що, в принципі, від цих заходів людей більше помре від того, що їм не буде їсти, ніж від того, що вони захворіють на коронавірус. І от хотілося б зрозуміти, на твою думку, економічні наслідки для України, вони не будуть більш такими негативними для людей, ніж все, що стосується коронавірусу? Ну, економічні наслідки можуть бути дійсно катастрофическими и масштабными. Это правда, мы же это видим по Европе, какая ситуация. Люди остались очень многие без работы вообще, то есть их уволили и сказали, все, никто содержать сотрудников не хочет, офисы все закрыты. То есть реально, да, безработица вырастет и, возможно, у нас тоже. И мы не знаем, какая будет ситуация через месяц, как поведут себя многие компании. И вообще, в принципе, есть такое мнение, что многие переоценят ситуацию, да, используют, что, в принципе, можно работать и дистанционно, и по скайпу, зачем эти все офисы, зачем столько людей, да, то есть многие процессы уйдут... Десь заплакав арендодатель, такие серьезные. Да, то есть реально говорят очень многие из бизнеса, что, да, у них происходит вот такая переоценка благодаря этому вирусу, да, этому карантину, что... А зачем это все? А как разглядаются судовые справы зараз? Насколько активно? В сокращенном очень режиме. Очень многие дела перенеслись на май-июнь. Слушаются только... Тобто багато часу зараз з'явилось. Так як добре, що ти зараз блогер і маєш можливість... Да, времени свободного стало больше, конечно. Но, с другой стороны, в дистанционном режиме все равно работа двигается, письменная работа двигается. То есть есть письменные производства, где ты просто подаешь документы и не ходишь в заседание. Но по уголовным делам слушаются, меры пресечения слушаются, там аресты. Вот, то есть следственные судьи работают. А все остальные, конечно, на карантине, и все дела попереносились вот на месяц, два, три, то есть как могли, так и подальше переносили. Поэтому в сокращенном режиме все работает. Конечно, когда это все закончится, нас ожидает вал. Вот мы выйдем, да, и будет все одновременно навалиться со всех сторон. То есть на детей, которые, да, там как-то учатся непонятно, на студентов, на поступающих, то есть вообще непонятно, как это будет происходить, вступительная кампания, как экзамены сдавать, как это ЗНО. То есть масса вопросов, как это все будет происходить. Но я думаю, что они во власти сами не знают. То есть они что-то говорят, какие-то заявления озвучивают, да, с чем-то выступают, а потом это все оказывается, что... Это было на вчера актуально, а ситуация сегодня уже кардинально поменялась, и теперь еще месяц карантина. Ну, цікаво, що нам робити? Нам краще казати, що все буде погано, і підготовляти людей до цього, чи казати, що, ну, більш-менш? Ну, надо, я считаю, что надо как бы успокоиться, да, вот не паниковать, конечно. Но знать еще все будет погано. Так здравомысляще подходить, да, да. Готовиться к худшему, но надеяться на лучшее, да, вот как-то так надо, наверное. В такое время живем. Ну, у нас, да, это такие, не знаю, цікаві часи настали. Да, і, в принципі, зараз, на жаль, що б не відбувалося в нашій країні, в принципі, ми про це можемо навіть і не дізнатися, тому що коронавірус – це тема №1. Але хотілося б повернутися все ж і звернути твою і увагу і наших телеглядачів на пані Ірину Венедіктову. Тобто це наша прокурорша, да? Якщо фемінітів будемо використовувати, чи не люблю такі, да, адвокатка, прокурорша, ну це какое-то такое, что-то сексистское. Я считаю, что не должно здесь быть никакой разницы, да, вот адвокат, прокурор, ну это. Да, і у неї відбулася зустріч з паном Аваковим, і вони обговорювали, може вони знаходили, намагалися знайти якийсь такий зв'язок, щоб співпрацювати, ефективно співпрацювати. І пані Венедіктова сказала приблизно наступне, що є резонансні деякі теми, які треба, ну, швиденько розглянути, вирішити. І було згадане прізвище Стерненко. Стерненко і пані Ірина сказала, що це справа про вбивство. Як особисто, як адвокат, вважаєш, ну, дивлячись, ну, трошечки, я думаю, ти знаєш, знайома з цією справою, це справа про вбивство, чи це справа про людину, активиста, який намагався себе захистити? Ні, ну, це очевидно, що це діло об вбивстві, причому такому жорсточайшому вбивстві, умисленому. Тут, ну, когда происходит какая-то там самооборона, самозащита, ну, человек, конечно, не догоняет, не добивает, да. То есть тут очевидно, что совсем другая история. Но тут интересно, как это дело прятали, да, как его в СБУ передавали, меняли подследственность, абсолютно незаконно, СБУ вообще не занимается у нас расследованием убийств, хотя, исходя из последних новостей, что они где-то бордель накрыли, ну, как бы да, у них очень интересные полномочия в последнее время, ну, хотя, опять же, не последние, последние 6 лет, вот так скажем, у них, да, полномочия расширились очень сильно. Они решили, что все, что касается, да, вот, все у них безопасность, ну, любое, это все безопасность, наша с вами, да, вот, поэтому, да, убийство Стерненко, вернее, в исполнении Стерненко, оно почему-то лежало в СБУ, так решил господин наш бывший генеральный прокурор Лебошапко, он его так туда активно сплавил. Но все-таки это подследственность полиции, конечно же. То есть расследовать должна национальная полиция, а прокуратура осуществляет процессуальное руководство. Может быть, наконец-то дело вернется в полицию, если, конечно, еще, знаете как, они же с какой целью передают туда-сюда это дело. Вот из моей практики, почему так часто эти дела куда-то заезжают. Переходящий приз. А по дороге теряются материалы, доказательства какие-то могут там. А, тобто треба все перевести з одної будівлі в іншу будівлю, а там щось... Там очень интересные вещи происходят. Они могут, там, разные производства, что-то выделяют, что-то объединяют, что-то присоединяют, потом меняют подследственность, куда-то отправляют, по дороге что-то теряется. Да, то есть вот такие вещи происходят, это не просто так. Поэтому чем дольше дело где-то гуляет, тем потом меньше, скажем так, перспективы, что оно будет расследовано, да, что в принципе будет восстановлена какая-то там справедливость в этом вопросе. І це я останній час дуже люблю вимагати прогнози від людей, які приходять в гості. От хотілося б запитати, а як ти вважаєш, ця справа, вона буде доведена до кінця, тобто до логічного завершення, чи не буде? І ми перейдемо одразу потім до пана Порошенко. Тут надо говорить обо всех, да, и о Порошенко, и Стерненко. В принципе, это все такие дела очень показательные, да. Сложно сказать, потому что, да, мы поменяли генерального прокурора. Очевидно, что предыдущий генеральный прокурор вообще крышевал эти истории, да, то есть он их оберегал в Генеральной прокуратуре, он эти подозрения прятал в тумбочку, никому не подписывал, то есть очевидно было, что, конечно. Мы поменяли генерального прокурора, насколько она справится с этой задачей, непонятно пока, Вот как раз мы это обсуждали на передаче с Ринатом Кузьминым, и он сказал, что она не справится. И не потому, что она не хочет. Она может хотеть, она действительно может искренне хотеть расследовать, там, да, направить дела в суд. Но система не работает правоохранительно, она полностью развалена, да, там абсолютный такой дисбаланс во всем. И в принципе госуправление, да, система госуправления на сегодняшний день тоже оставляет желать лучшего. Поэтому, говорит, она не справится, у нее не хватает для этого ни следователей, которые будут это делать, да? То есть у нее нет ни команды, ни кадров, нет, то есть, говорит, генеральный прокурор – это только там один винтик в системе, а вся система должна взаимодействовать. Если эта система между собой никак не взаимодействует, а более того, наоборот, противодействует, какие-то начинаются там другие влияния, подковерные игры, договорники, ну все, ничего не будет, все развалится. Вот такой прогноз пока. Це прогноз так собі, я сказав би, чесно кажучи. А що, ми не можемо знайти дійсно людей? У нас же такий чудовий був приклад, коли ми просто брали розумних, чесних, відважних людей з-за кордону і давайте працюйте тут. Да, это были прекрасные люди, Супрун, например, да, очень сильные реформаторы, да, Деканаидзе, с Гуладзе, да, нацполицию они нам прекрасно реформировали. Очень много было ценных кадров. Мы жартуем, в принципе, конечно, да, мы разумеем, что... Я надеюсь, принципе... наши зрители понимают наш сарказм, иронию. Но що дійсно немає ніяких інших можливостей повернути, ну, заставити цю систему знов працювати. Ну, бо були ж люди, які працювали. Може, там ми не до кінця були задоволені, але потім, коли прийшла нова влада, ми зрозуміли, що не все так погано і було. Ну, всіх же люстрировали, да, всіх кадрів почистили, люстрировали. І, несмотря на рішення Європейського суда, о том, що ілюстрація була, да, незаконна, і там нарушала права чоловіка, ніхто ж не спішить виконувати. Тобто, да, суди відновлюють цих людей на роботу, но... Остановить никто их не хочет, на самом деле. Рябошапка же говорил, что он не будет исполнять решение суда. Поэтому, то есть, тут вопрос уже исполнения решения суда. Ну, в принципе, это нормально. Чого це він буде виконувати рішення якогось європейського суду, якщо він живе у Франції? Тим більше, у нього там жена працює, зачем, вона так все знає про європейський суд. Зачем йому ці рішення? Це ерунда. Но, на самом деле, мы же очень зависимы от внешнего влияния, и мы понимаем, что пока мы не вырвемся из-под этого внешнего влияния, мы никакую даже кадровую политику самостоятельно проводить не сможем. То есть, ну, мы же видим, наемы, Лещенки сидят на таких сумасшедших зарплатах, Коболев то же самое. Вы не слышали, да, там Коболев от своей премии не отказался, или там зарплаты, там сколько-то миллионов в пользу клиник, например, да, или, может быть, там Лещенко с наемом тоже как-то сказали, вы знаете, мы, наверное, не будем, мы такие патриоты своей страны, мы не будем получать, да, этих там 300-400 тысяч гривен, мы, ну, а что они там делают вообще, в принципе, за эти деньги, ничего, ну, мы отдадим все вот в пользу больниц, пациентов. Так, что-то, да, как-то сумно на душе стає. Ну вот, я же говорю, полная зависимость от внешнего влияния. Мы ждем кредит МВФ, поэтому выполняем условия, да, МВФ диктует все, к сожалению. Или дефолт, или кредит, и тогда вот продолжение этой всей истории с кадровыми Сороса. Ну, давайте все ж не будемо втрачати оптимізму. Ну, знаєте, як воно, ми отак вважаємо, що так буде, а вдруг щось таке трапиться, що ми не можемо пророкувати. Пандемію, ми ж не предвидели несколько місяців назад. Вот Петр Алексеевич, на минуточку, ему бы год назад этот вирус и карантин. Да, не пришлось бы никаких хлопцев. Да, не пришлось бы отправлять моряков, не пришлось бы вводить это военное положение, ну тоже такое гибридное, но тем не менее. Да, він тепер перша людина, яка може укусити себе за локоть. Да, он бы спокойно перенес выборы, абсолютно спокойно, ссылаясь на карантин, он бы вел, однозначно бы вел чрезвычайное положение, пользуясь случаем. Не, ну тут же надо было выборы переносить, тут без вариантов, тут бы все происходило очень молниеносно. Он бы немедленно выдал бы указ, Верховная Рада бы проголосовала и все. И было бы чрезвычайное положение, выборы перенесли там на годик, и все, и он бы еще годик не в парламенті сиділа, а вже на троні. Да, важко йому спиться зараз, дуже важко. Ну, нічого. Дякую за цю аналітику і розмову. Дорогі друзі, ну а ми в рамках нашого громадського опитування продовжуємо цікавитись думками наших відомих блогерів. І давайте подивимось, що вони нам сьогодні розкажуть. Топ-блогери України. Вчера к вечеру сеть просто потрясла новость о том, что для VIP-чиновников в киевских больницах будут VIP-палаты. Также еще много чего. Отдельные операционные, отдельные запасы лекарств, а также круглосуточный медсестринский пост. Такой приказ издал Департамент охраны здоровья КГГА. Киевский. Он определяет, как именно должна выглядеть палата для VIP-зараженного коронавирусом. VIP-зараженные, по мнению сотрудников Департамента здравоохранения КГГА, это те люди, которым представлена государственная охрана. А также есть целый перечень требований к медперсоналу, который этих VIP-ов будет обслуживать. Этот документ, этот приказ появился и в нашем распоряжении. Пройдемся по нему, там есть просто вопиющие некоторые вещи. В то время, когда в больницах, которые отведены для заболевших коронавирусом, уже не хватает мест, для VIP-ов необходимо выделять отдельные палаты. Палата должна иметь минимум 13 квадратных метров, а также иметь удобные коммуникации с операционной, диагностическим отделением, а рядом предписывают разместить круглосуточный сестринский пост и оперативный резерв медицинских препаратов. Также должны быть подготовлены специальные бригады экстренной медицинской помощи ВИПам в составе врача-руководителя бригады и 2 фельдшеров и водителя. Для ВИПов также предписано составить отдельный перечень лекарств, небожители, да? А также должна быть возможность зарезервировать отдельные операционные не с этими смердами, обычными людьми-украинцами, нет, не с ними. Отдельные палаты для VIP-чиновников с коронавирусом предусмотрены даже, вдумайтесь, в детских отделениях, в педиатрических и в детской нейрохирургии. Также есть, как я уже говорила, определенные требования к медперсоналу, который будет подходить к этим небожителям, не слугам народа, ни в коем случае. Это, получается, был какой-то развод перед выборами, а это просто вот цари. Я думаю, надо вернуть крепостное право. Челядь будет не повиноваться, смерды вдруг будут бунтовать. Так надо розгами их, ну чтоб была возможность сделать это. Слава богу, конечно, что нет требований по размеру груди, а также какому-то возрастному цензу. Например, медсестра должна быть 90-60-90, не ниже, чем 1,70 м ростом, до 30 лет, но чтобы у нее уже была докторская диссертация. Да. Ну нет такого требования, а хотелось бы, признавайтесь, ВИПы хотели бы, да? Вот так вот получается, что депутатскую неприкосновенность вроде как отменяют, но палата должна быть отдельная для народного избранника, а также место, где будет находиться государственная охрана и в случае чего первым делом спасали народного избранника, а ни в коем случае не бабушку или ребенка или какого-то простого украинца. Я поднял информацию относительно распоряжения, которое распространяют СМИ. Сейчас выясняем все детали. Пока скажу одно. Действительно, всегда так было, что первые лица государства, президент, премьер-министр, председатель Верховной Рады на случай заболевания должны иметь отдельные условия, отдельные палаты, и чтоб рядом находилась государственная охрана. Такая практика всегда была. И, кстати, не только в Украине, но такие условия могут касаться исключительно руководства государства, говорится в сообщении. Дальше было интереснее. В Киевской город-администрации начали выдумывать объяснение касательно этих VIP-палат, потому что начался уже откровенный скандал. Первый заместитель председателя КГГА, сейчас будет смешно в эфире телеканала «Прямой», заявил. Звичайно, ми повідомимо правоохоронні органи, щоб вони розібралися, звідки взявся цей наказ, і в засобах масової інформації в тому числі. Тому що цей наказ має... він для обмеженого кола осіб. І він спрямований не на ВІП-пацієнтів, як ви говорите. Він спрямований на пацієнтів, які мають державну охорону, мають на увазі людей, які сьогодні відбувають покарання в тюрмах або в спеціальних ізоляторах. Тобто цей наказ розрахований для підготовки приміщень і місць, де люди, які відбувають сьогодні позбавлення волі в тих чи інших місцях в пенітенціарній службі, вони також мають право на лікування, і їм таке лікування потрібно забезпечити. Тобто, правильно ли ми розуміємо, що ці ВІП-палати на 13 метрів квадратных с возможностью отдельно зарезервировать операционные, с дополнительным обеспечением, резервом лекарств, с круглосуточным сестринским постом предназначено для людей, которые отбывают наказание в местах не столь отдаленных? Да, все так. Мы что, похожи на тупых? Я, конечно, все понимаю, что надо как-то разруливать этот скандал, но так тупо. Пожалуйста, не надо. Тут немає табу. Олена, дуже дякую тобі за те, що ти була у нас сьогодні в гостях. Я знов хочу нагадати всім, не забувайте, будь ласка, в інтернеті шукайте «Эхо Києва» з Оленою Ляшенко. Переглядайте, дійсно цікаво. Дуже приємно, дякую. Дорогі друзі, на сьогодні це все. З вами була програма ТБУ, топ-блогери України. Ми і надалі будемо слідкувати за нашими блогерами, а ви слідкуйте за нами і не забувайте підписуватись на наш YouTube-канал, а також на канал Єлени Ляшенка. І, будь ласка, не хворійте. Всього вам найкращого. Будьте здорові. Пока. Воно небезпечніше, ніж СБУ. Для мозгу корисніше, ніж ПТУ. Великий вплив має, як МБУ. Про блогерів шоу. Дивись ТБУ.